Набирая форму, фойе КЗЦ «Миллениум» вырастает танк Т-34. Изготовленный по спецзаказу в Уфе, он полностью соответствует габаритам реальной боевой машины. И это далеко не все декорации к предстоящей всероссийской акции «Ночь кино». А это настоящий военно-полевой кинотеатр. Здесь уже на раритетном узкоплёночном киноаппарате покажут фильм «Великая Отечественная», или как его еще называют, «Неизвестная война» легендарного режиссера Романа Кармена. К этому экрану в субботу, 25 августа, прильнут сотни гостей, но главные кинопоказы состоятся чуть позже. «Ночь кино» стартует одновременно по всей стране и объединяет миллионную аудиторию. В этом году афиша пронизана духом патриотизма. Многие истории очень близки ярославцам. Первый фильм для нас очень приятный, это фильм «Танки». Он рассказывает о том, как был создан замечательный танк Т-34 нашим земляком Кошкиным, великим изобретателем, о том, как готовился этот проект. И второй проект – это фильм «Рубеж». Вот эти фильмы у нас будут демонстрироваться, начиная с 20 часов. Это уже будет такой ночной кинопоказ. Показы пройдут у нас в малом, в большом зале. Ну и вот в фойе тоже будет показано вот кинопалатки. Ну, это уже, так сказать, дополнение. Помимо этого будут и концертные программы, обязательно будут выступления артистов наших ярославских. «Ночь кино» придет и в районы области. Показы фильмов состоятся на 55 площадках. Вход на все мероприятия бесплатный. Александр Панкратова, Сергей Васин. День в событиях.